Пионерская дружина имени Юрия Алексеевича Гагарина, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, средняя школа номер 6. В связи с осознанием необходимости наличия в школе детской общественной организации, занимающейся патриотическим воспитанием подрастающего поколения, развивающей творческий потенциал и организующей культурный досуг школьников, в 2000 году руководством 6-й школы города Урюпинска было принято решение сохранить пионерскую дружину и присвоить ей имя Юрия Алексеевича Гагарина. В связи с чем дружина средней школы номер 6 стала единственной сохранившейся в городе Урюпинске детской общественной организацией пионеров. В дружине имени Юрия Алексеевича Гагарина сохранились основные направления деятельности пионерии советских времен: помощь ветеранам Великой Отечественной войны, тимуровская работа, участие в игре «Зорница», проведение акций по сбору макулатуры, пионерские костры. Однако, в отличие от пионерии времен Советского Союза, в дружине отсутствует какая бы то ни было партийная агитация. Основными направлениями деятельности дружины стали патриотическое воспитание, развитие гражданской активности, раскрытие творческого потенциала школьников, организация культурного досуга учащихся, военно-спортивная направленность и популяризация здорового образа жизни. В состав дружины входят учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов, в среднем по 10-15 человек от класса. На конец 2015-16 учебного года в составе дружины 79 человек. Пионеры-гагаринцы – это активные ребята, уважающие старших, занимающиеся общественно полезным трудом, участвующие в школьных и городских культурно-массовых мероприятиях и акциях, настоящие патриоты своей страны. Ведь знать историю Отечества, гордиться подвигами, достижениями и открытиями его граждан, быть достойными потомками, активными и небезразличными – это один из основополагающих принципов пионерии 21 века. Что-то в мире случилось такое, сердце стало у всех ледяное. О любви и мечте забывает, и все чаще близких теряет. За идею слепую, не близкую нам. Мы не слышим и спорим друг с другом, и протяни руку. Ведь не важно, какого ты цвета, на каком ты конце планеты, ведь для нас, для всех Земля одна. Светлое.